Здравствуйте, все мои подписчики и гости канала. Одной из наших красивых поездок был Рейнский водопад, о котором я сейчас немного расскажу. Наряду с пейзажами Альп Рейнский водопад является одной из главных достопримечательностей Швейцарии. Между Боденским озером и Базелем, среди сельскохозяйственных угодий, небольших старинных поселений и покрытых виноградниками склонов, тихо течет река Рейн. И только в одном месте вода стремительно падает вниз с обрыва высотой 23 метра, образуя Рейнский водопад, самый крупный в Европе. Он также является одним из самых посещаемых водопадов на европейском континенте. Природа довольно щедро одарила Швейцарию лесами, лугами, короной из Альп, горными реками и блестящими озерами. Одна из наиболее известных рек в Западной Европе, воды которой пробегают через территории четырех стран, берет свое начало в швейцарских Альпах. И здесь же, неподалеку от Цюриха, она образует настоящую живую достопримечательность Швейцарии – Рейнский водопад. Рейнский водопад представляет собой древнейшее творение природы, историю возникновения которого связывают с ледниковым периодом. По самым скромным подсчетам, водопаду уже около 14 тысяч лет. Данный памятник природы расположен в 50 километрах от Цюриха, возле небольшого селения Нойхаузен. Мощные водные потоки шириной 150 метров, спадающие с 23-метровой высоты, образуют наиболее широкий водопад в Швейцарии, известный на всю Европу. За одну секунду через Рейнский водопад проходит более 1,1 тысяч кубических метров воды. Однако оценить масштабы этого водопада по одним лишь цифрам просто невозможно. Чтобы люди могли насладиться в полной мере созерцанием этого необычного чуда природы, здесь были выстроены смотровые площадки в несколько уровней. Любители острых ощущений имеют возможность подобраться к самому центру водопада, приблизившись к водным массам с помощью прогулочного корабля. А если такого приключения покажется кому-то мало, то также предоставляется возможность стать визави с Рейнским водопадом, при этом поднявшись по специальной лестнице на одну из скал, которая возвышается прямо перед бурлящими потоками знаменитого водопада. Что представлял бы из себя Рейнский водопад без массивной скалы в центре мощного каскада воды? Путешествие на катере и подъем по ступенькам на вершину скалы является одним из наиболее запоминающихся моментов посещения водопада. Здесь открывается незабываемая панорама падения около 600 тысяч литров воды в секунду. Но это летом. На скале над водопадом возвышается старинный замок Лауфен. А Нойхаузен является типичным западноевропейским городком с узкими улочками и старинной архитектурой. То есть, приехав посмотреть на самый мощный водопад Европы, одновременно можно познакомиться с архитектурой этого старинного города. А сейчас вы можете полюбоваться этим красивейшим водопадом.
А на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что вам понравилось это небольшое путешествие на самый большой равнинный водопад Европы – Рейнский водопад. Я желаю вам всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До следующих встреч!